Сегодня в меню мидии на пару. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты: соль по вкусу, перец по вкусу, лимон 20 грамм, мидии 300 грамм, сухой чеснок по вкусу. Если вы любите морепродукты, тогда предлагаю вам приготовить простой и быстрый вариант мидий на пару. Такие мидии получаются более нежными и вкусными. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Мидии заранее достаньте из морозильной камеры, после дайте время, чтобы они самостоятельно разморозились. Промойте хорошо мидии и просушите. Выложите мидии на сито, которое предназначено для приготовления на пару. Переставьте сито в кастрюлю с кипящей водой, готовьте мидии на пару 12-15 минут. Готовые мидии переложите в миску, добавьте соль, перец и сухой чеснок по вкусу. От себя можете добавить любые специи. Добавьте лимонный сок в мидии. Мне нравится в морепродуктах кислинка, она очень удачно гармонирует с мидиями. Подавайте мидии к столу. Уже после приготовления мидии можно замариновать в любимых специях, можно добавить соус, лимонный сок, маринованный лук, все, что вашей душе угодно. Такие мидии хороши как для салата, так и просто в качестве закуски. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо.